Всем отличного утра и бодрого дня. Пятница. Многие ждут этого дня, чтобы потом хорошо отдохнуть субботу и воскресенье и настроиться на праздники. Ну, так уж получилось в этом году, в 2018-м, что выходные дни выпадают как раз-таки на Старый Новый Год. Ты знаешь, а я все-таки с нетерпением жду наступления Старого Нового Года. Мне кажется, уже все. Проводим старый год, встретим новый, и все-таки у меня начнется уже новая жизнь. Наверное, ты сейчас так сказала эмоционально. Скажи честно, работать не хочешь. Да? Ну, конечно, и это тоже. Но ты знаешь, когда работа в удовольствие, то и работать приятно. Ты знаешь, а я знаю девочек, девчонок, которым приятно тоже работать, ведь они создают красоту. И у нас сегодня в гостях очень красивые девушки, это радует. Давай им поаплодируем. Да. Я это хочу, чтобы утро было бодрым. У нас в гостях... Сегодня у нас в гостях визажист Эля Мамедова. И, конечно же, в роли... Модели выступает Диана Мамедова. Сегодня будем говорить о том, что можно завтра примерить, какой мейкап, да, и что вообще модно в 2018 году. Я думаю, это актуально. Девчонки модные какие. Зачем красивые. Вы утром редакторы приводите красивых девчонок? Красивые девчонки. Приятно посмотреть всегда утром на красивых людей. Ну что ж, доброе утро вам, девушки. Доброе утро. Доброе утро. Эль, ну, первый вопрос, наверное, сразу же. Завтра какой мейкап нанести желательно? Нужно ли под наряд подбирать по цветовой гамме или же как? Нет, ну, на самом деле макияж, он не привязывается к платью, да, там не привязывается к какому-то образу. Больше всего макияж, он идет в тандеме с прической, с волосами, вот. В основном клиентки, когда приходят, они делают либо акцент на своем платье, да, например, ярко какой-то образ, просят макияж поспокойней, ну, что-то простое на волосах, либо наоборот. Сейчас это, Эль, вот скажи мне, сейчас это модно, да? Чем проще, тем лучше. Ну, до нас это еще не совсем дошло, именно в Казахстане. Было модно скульптурирование, прям. Сейчас говорят, нужно более естественное скульптурирование. Это что такое? Это более лайтовая версия, это когда прям слегка. Лайт – это легкое. Но вы мне как мужчине переводите, и это ваш термин. Лайт. Все ты знаешь, давай не скромничай, пожалуйста. Ты же всегда на волне моды, стиля и так далее. Ну, хватит мне льстить, моя соведущая. Давай послушаем профессионала. Так, Эль, ну что, а цветовые оттенки какие модные будут? Желтые, как год желтой собаки? Желтый, золото, медь. Очень популярным спросом будет пользоваться, будут популярными именно серебристые оттенки, все что такое, блеск, шик. Угу. А сегодня на модели что мы будем делать? Она уже почти готова. У нас модель уже готовая, да, у нас smokey eyes популярнейший, легкая коррекция лица есть, губы. Это вот то, что вы говорите, light? Да, ага, ну почти, все. Если не считая яркого макияжа глаз. Да. Единственное, что бы я хотела добавить, это как раз-таки пигмент, да, то есть блески, о которых мы говорим. Очень популярны в новогоднюю ночь, в старый Новый год, вообще на все любые такие масштабные праздники, мероприятия. Угу. А вот когда слишком много, здесь хайлайтер, здесь пигмент, губы, помада с блеском, это не вульгарно смотрится или пусть так и будет? Или все-таки должна быть какая-то, скажем... Нет, мера, ну, Дана, в данном случае я влюблен в нее. Ну, подожди, еще не нанесли ничего. Нет, здесь у нас будет пигмент такой полупрозрачный, он не будет таким ярко выраженным, он просто будет добавлять какие-то детали. Вот, у нас уже акцент расставлен на макияж, да, у нас яркие глаза. Губы я не считаю, что это яркие, к примеру. А пигмент он просто добавит, да, просто сделать макияж более интересным и более праздничным. Ну, давайте нанесем, посмотрим, как это будет выглядеть, не знаю. Что будете использовать? Так, у меня здесь такие тенюшки есть блестящие, красивые. Почему это руками делать или так нужно? Руками лучше. Лучше, да? Ощущаешь лучше кожу есть. Человека, да? Да. Ты знаешь, еще есть у вот все-таки визажиста, они некоторые вещи, некоторые детали все-таки дорабатывают пальчиком, потому все что верно, да. Иногда полегче, нежели кисточкой. Ну, как на них посмотреть? Ну, хотя можно. Угу. Так. Так, здорово, а? Смотрите, у каждого есть свои какие-то секреты. Ну, а как ты думал? Так не бывает. А вот, Эль, мы поняли, должно быть light,
все-таки какие-то акценты расставляем. А вот по поводу стрелок, как быть, все-таки оставляем или нет? И потом, форма бровей. Что-то поменялось по сравнению с прошлым годом или все осталось по-прежнему? Ну, стрелки, они всегда будут в моде, кто бы что ни говорил. Всегда? Всегда. Это когда вот так вот девушки рисуют вот до почти до уха? Не обязательно, да, уже. Все должно быть скромно. Да, все должно быть в меру, все должно быть правильно. Все должно быть в меру, да. Хорошо, хорошо, я понимаю. Теперь я могу работать стилистом. Так, это были мерцающие тени, да? Да, это был пигмент. Я пойду посмотрю, какие там какие будут наноситься в этой студии блеск. Я же люблю всякого рода блеск. Я же человек, который сидит и смотрит. Смотри, вот. Вниз посмотри. Так. Это что? Это у нас фиксатор. Он идет для закрепления. Это для того, чтобы мейк держался чуть дольше обычно, да? Все-таки праздничный вечер предполагает, что человек будет танцевать. Все верно. Пить, да. Есть. Еще есть. Okay, смотри. Я просто добавляю еще блеска. Видишь, его видно совсем немножко. Так, то есть он прям не такой ярко выражен. Все-таки, тем не менее, он есть. Это ярко, очень красиво, да. Достаточно. Так, а у Дианы уже есть, да? Хайлайтер, все нанесено правильно. Да, да, да. Все готово. Ну-ка, я не посмотри. Вот. А мне кажется, все-таки немножко в эту сторону еще. Мне кажется, надо прям побольше. Это же правильно. Слушайте, это там Эля там руководит, да, или Аселя. Ну, я хочу посмотреть. Давайте на один глаз нанесем так, как есть, а второй уже... Прям побольше. Да, побольше. Друзья мои, давайте, пока вы это все делаете, насколько это... прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим и посмотрим, что у нас что в итоге у нас получилось. Получилось. Ну, хорошо. Да. Реклама на телеканале Рика ТВ. Оставайтесь с нами, друзья. С наступающим вас старым Новым годом! И сегодня, накануне этого праздника, мы, конечно же, говорим и поздравляем вас с долгожданным днем. И, конечно же, говорим, а какой до того, как уйти на рекламу, мы, в общем, здесь экспериментировали. Один глаз решили сделать поярче, побольше блеска добавить. Все-таки старый Новый год, и хочется этот праздник отметить во всеоружии. И завтра во всех, наверное, кафе, ресторанах будут красивые нарядные девушки. И вот какой мейк примерить все-таки в этот вечер? Эль, что мы сделали в итоге? Мы сделали смоки с добавлением яркого пигмента. Uh-huh. Здесь у нас намешано 3 пигмента, но преимущественно больше серебра. Вот. Ровный тон, коррекция лица, хайлайтер, губы, это как реснички. В принципе, все просто. Да, каждая девушка сможет все это сделать дома. Главное, чтобы нашелся блеск пигмента. Да. Слушайте, ну все, я уже устал молчать. Я сижу и молчу. Красота, я хочу вам сказать. Девчонки, благодарим вас за то, что сегодня вы вновь пришли в нашу студию. Мы даже сделаем вас хедлайнерами нашего проекта «Твое утро». С вас со старым Новым годом, здоровья вам, благополучия, идей, вдохновения, побольше нормальных, хороших клиентов. Не капризных, самое главное. Ну что ж, всего того, что пожелал Дима нашим гостям, мы желаем, конечно же, нашим уважаемым телезрителям, потому что накануне Нового года, говорят, нужно пожелать все самое хорошее, все обиды забыть и начать жизнь с нового листа, именно со старого Нового года. Друзья, на сегодняшнее утро наш эфир завершен, и мы желаем вам всем отличного дня, хорошего настроения и отгулять старый Новый год, попосевать и вспомнить те времена, когда ходили, каледовали и за это получали еще подарки. Мира, добра вашим близким и вам. Увидимся уже в понедельник в программе «Твое утро» на телеканале Рика ТВ. Всех обнимаем, целуем. До скорых встреч.